Вечная молодость приди, ой, вечная молодость, здоровье, красота, вечная молодость, здоровье, красота, приди. Ну что, друзья, а мы выехали вглубь острова, едем смотреть водопады, красивейшее место. Будем делиться с вами впечатлениями, фотографиями, видео. Спасибо, что смотрите, я все вижу, тоже ваши комментарии. Очень приятно, спасибо вам. Хорошего всем дня. Ну что, друзья, мы приехали на водопады. Ну, как приехали? До водопадов еще идти 30 минут. Непонятно, как мы до этого дойдем и через сколько, потому что очень много красивых точек, мест, вообще водопадов несколько. Мы постараемся все посетить, все осветить, показать, потому что, говорят, просто невероятно красиво. Это наш гид. What is your name? Меня зовут Кадек. Кадек? Кадек, да. Nice to meet you, Кадек. Кадек Сулей, а? Кадек Сулей. Окей. Как скажете. Так, ну ладно, мы выдвигаемся. На самом деле это шутка. Сточная канава. Вот так растет рис. Is it rice? Yes? Да. Is it rice? Rice. Это рис. Вот так растет, кстати, в воде. Вообще красиво, конечно, невероятно здесь. О, а вот это папайя так растет, смотрите. Вот это ready, да, желтая. No. Yeah, not ready yet? No, ready. Look, look. Ready. Yeah, already. Orange already. Yeah. Orange. Yeah. Не, ну природа тут, конечно, просто потрясающая. Главное не грохнуться по пути к водопадам, потому что у нас уже был прецедент вот с этой девушкой. Маракуйя. Нам нарвут сейчас маракуйи. Зеленая. Зеленая? Ну это... It's not ready yet, I think. It's not already. It's already? Да. Are you sure? Ну чего? Ну да. Вау! Ты только не... Ну, что? У тебя получится? Получится, получится. Испоганил. Ну, Ваня, ну вот, смотри. Open like this, yeah? Open like this. Ну не все, у кого-то руки из одного места растут. How you... Can you show for us how you open? Просто вот так вот. Двигаемся. Hello. Hello. Hi. А, это дуриан. А, дуриан? Да. Это тот, который вонючий? Да. Вот это такой вонючий фрукт, ребята. Грязный, грязными, тухлыми носками. Какие-то просто я купил. Значит, рассказываю. А, я тут купил мороженое. И увидел на мороженое нарисован, на упаковке нарисован фрукт какой-то красивый такой. Ну, я, значит, думаю, ну, какое-то фруктовое мороженое. Открываю, кусаю, понимаю, что прям тухлятина, прям протухло. Я говорю, ребята, мороженое протухло, фу, прям блевота. Прям такое ощущение, что я какой-то кусок тухлого носка откусил. Вот, оказалось, что это ничего не протухло, это такой фрукт, который называется... Как называется этот фрукт? Дуриан. Вот он как вот дуриан, понимаешь, как название, такой вкус просто. И это ужасно. Более того, с этим фруктом нельзя не заходить ни в самолет, его перевозить нельзя. Его есть ограничения, даже в отеле нельзя входить, потому что он воняет просто отвратительно. В общем, не мое. Вот он, друзья, дуриан. Так, а вот это какао. Короче, у них здесь все есть, слушайте. Реально, тут вот с голоду не помрешь. Можно просто... Вот какао, но не готово еще. Зинаида Петровна что-то кашеварит. Green banana leaf. Green banana? Green banana leaves? Yes. No. No. From you. А, вот эту фигню. Yeah. Короче, все, что, все, что нашла, да. And what will be? Я его слепил из того, что было. Кейк какой-то. Балинис кейк. Это, ребята, это пирожное налепит. Представляете, из листков вот этих. Рис, я понимаю, рис. Из того, что было, то и налепил. Да, очень красиво мы идем. Очень скользко. Фасады. Да. И посмотрите, какая красота. Ребята, спускаемся. Главное, не... Скользко.
Посмотрите, друзья, у меня просто сейчас открылся рот. Я в шоке, мы просто повернулись за дерево, и я увидел вот это, посмотрите. О, это просто бомба. Вот еще мы один. Идем, ребята, вот туда, где подарок. Вот там люди купаются. Я тоже туда хочу. Я хочу тоже туда, вот тот водопад. Мы дойдем? Да. Дойдем туда, yes. Я хочу вот здесь искупаться. Я хочу вот здесь. Хочу! Ребяточки, вы понимаете, просто, ну вот мы идем. Вот обрыв. Ну просто, я не знаю, как описать все это. То, что я вижу сейчас. Главное не навернуться, я еще раз говорю. Ну вот мы почти уже спустились к водопаду, осталось чуть-чуть. И мы будем вот там. Красота, да? Ступени закончились, теперь просто тропы. Но мы уже на подходе, слышите? Грязюк он ступит. О, мощь! Какая же красота! Эй, Лазарев Сергей! Ну, разве я должен что-то говорить? Просто. Как называется, я забываю? Сикумпу. Довольные, счастливые, мокрые, уходим с водопада. Фух, фоток море, эмоций, впечатлений море. Хочется есть. Мне вообще, в принципе, последовательно. Ну, когда очень лень идти обратно, есть трансфер. All inclusive. Немножко вам колорита местного. Как говорится, кто хорошо гуляет, тот хорошо ест. Вот нам принесли балийскую какую-то индонезийскую еду. Мы забрели в одном в кафешечку, в ресторанчик. В общем, тут уже ребят распаковали свою. Я тут вот так вот принесли. Во-во-во. Ну, и что-то такое. Красоту мне принесли. Друзья, есть такой сорт кофе, Люак называется, да? И, в общем, этот сорт кофе, как делается? Есть специальные такие животные, Люак, которые кофе грызут, едят, а потом выкакивают. И вот из этих выкакиных зерен потом варят кофе. И вот сейчас я вам покажу, как они будут. Эти Люаки еще дома хорошие. Сейчас я вам покажу, переверну, подожди, вот он. Покушали, покакали, а мы попили потом кофеечек. Вот они все. На самом деле шок, знаете в чем? Вот мы ехали сейчас с водопадов в эти всякие деревушки местные, балийские. На самом деле достаточно грязно, такая антисанитария, эти варунги, эти кафешки, тебе не понятно, что готовят. Вообще, прям вот все так напихано. И вдруг посреди всего этого стоит вот такое здание, абсолютно модерновая, с офигенным кофе, с классным, вот кафешка классная. Здесь какой-то бьюти-центр, какой-то сад офигенный. Но самое интересное, что народу нет вообще, потому что туристов нет, естественно, да. И они закрываются, потому что нет туристов. Слушайте, неожиданное место абсолютно. Вот так вот едешь, деревня, вдруг бах! И тут вот прям абсолютная цивилизация, хай-тек, и просто ресторан, кофе офигенный.
просто, конечно, это Бали, это контрасты какие-то, просто одни контрасты.